Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вот очередной раз хочу побеседовать с Владимиром Хатаговым, известным в нашей республике человеком. Он полковник медицинской службы в отставке и автор знаменитого уже в республике Оланского кодекса чести. И поговорить хотели бы сегодня на такую тему, про остинскую традиционную религию, традиционную веру. Эта тема вообще в последнее время очень актуальна стала, очень много молодежи ей интересуется. Ну и вообще как-то в информационном пространстве очень много внимания ей уделяется, очень много споров вокруг этого, там чуть не до драки доходит. И вот хотелось бы узнать позицию Владимира по этому поводу. У него есть какое-то свое мнение, мы как бы предварительно об этом говорили, я думаю, сейчас вот он ее раскроет. Вот на ваш взгляд, вот эта остинская традиционная религия, традиционная вера, что это такое вообще? Это новодел какой-то, это действительно что-то опирающее на какую-то традицию, да, идущую там из поколения, то есть от наших предков к нам. Вот что это? Нужна ли она нам? 21 век, уже космические корабли бороздят просторы Вселенной. А мы как бы вот все в прошлое, да в прошлое. Сразу столько вопросов, и они все поставлены под разными углами. Но важно одно, понять, что такое религия. Мы изначально должны ответить на этот вопрос. В переводе с латыни религия – это связывание. Это какая-то метода, слово, определяющее какую-то связь. А кого с кем? Ну, общество. Если по большому счету, это остов для социальной группы, определенный стержень, вокруг которого формируются какие-то... То есть это горизонтальные связи, да? Да, этнокультурные, горизонтальные и вертикальные тоже связи. Но в основном горизонтальные. Это как вот гражданство социальное. Но что должен я сказать? Наша республика отличается многоконфессиональностью, и в этом отношении наша одна из таких республик на Северном Кавказе, которая имеет представительство практически всех религий. И это, возможно, это хорошо, но в какой-то мере это не совсем удачно. Очень часто я люблю обращаться к великим прошлым. И в этой связи хочу напомнить Фалеса Милецкого. Он сказал, что такое мудрость. Что самое мудрое на Земле? Самое мудрое – это время. Оно очень четко определяет, кто успешен, а кто не успешен. Вот если взять наш народ, нашу республику, то в нашей республике много талантливых людей. Но мы понемножку сдали все свои позиции. В 80-е годы прошлого столетия, я в это время еще уже был достаточно зрелый, серьезный, солидный молодой человек, я служил в армии, и могу сказать вполне откровенно. У нас два командующих округа из 16 было. Представительство наше в армии было достаточно солидно, и полковники, и прочих офицеров очень много было. Были еще большой-большой отряд очень солидных ученых и руководителей самого разного, административно-хозяйственных руководителей было союзного значения. К чему я это все рассказываю? Причем самое удивительное, в канун выборов в 96-97 году Александр Сергеевич Засохов поручил Казбеку Каргинову, святая память ему, изучить этот вопрос, посмотреть, какой у нас потенциал вот таких деятельных, очень высокого положения руководителей партийно-хозяйственных в союзном государстве. Уже тогда в союз, конечно, поменялся, но в России. Оказалось более 2500. 2500? Да. Огромнейшая плеяда мощных руководителей. Это не только спорт, я так понимаю. Это нет. Это были руководители крупнейших колхозов, совхозов, директора крупнейших заводов, предприятий по всей территории Советского Союза и Российской Федерации. Вы понимаете, у нас был уникальнейший потенциал. А в итоге мы, и более того, и об этом я всегда говорю, в 1959 году на территории Советского Союза осетин было 412 тысяч в 1959 году, чеченцев было 419, кабардинцев было 285 тысяч, а ингушей 106 тысяч. Угу. По последним данным, эти цифры
удивительно, значит, изменились. Причем мы прибавили всего лишь 50% той численности, которая у нас была. У нас около 650 тысяч. Да, нет, 650 тысяч получается. Да, ну где-то так. Но ингуши настойчиво навязывают, что их 700 тысяч. Они, значит, девятые в десятке самых больших народов Северного Кавказа. Чеченцев вполне определенно больше 1,5 миллиона. И кабардинцев за 850 тысяч. То есть мы очень существенно отстали. Хочу к чему это все сказать. Вот я начал с Фалеса Милецкого. Дело в том, что самое мудрое время, она очень четко расставляет акценты. Акценты, где мудрая религия, где этикет и вот культура выстроены правильно, а где нет. Мы против этого очень трудно спорить. Что самое ценное для человека? Наверняка это жизнь. Да? Ну, да. Жизнь и здоровье. Человек обращается к Всевышним, к небесам, когда ему плохо. Или когда хочет заведомо определиться, что там его ожидает в будущем. Он хочет просить у Всевышнего поддержки в своих делах. И что мы видим? Мы видим, что по смертности наша республика опережает соседние регионы. И по заболеваемости крайне сложной, серьезной, мы также опережаем соседние регионы. Мы Чечню опережаем 7 раз. На 1000 человек у нас умирает от болезни по классу органов пищеварения. Это в основном панкреатиты и циррозы. Опережаем 7 раз. Угу. Дагестан опережаем в 4 раза. Чечню, Ингушетию опережаем в 10 раз. Это я всему... все к тому рассказываю, что если говорить о традиционном веровании осетин, то в нынешнем варианте, это однозначно, в нынешнем варианте эти традиционные верования, значит, требуют крайне серьезной ревизии. Мы слишком много загрузили в нее того, что нас разрушает. А кто загрузил и когда это произошло? Значит, на ваш взгляд? Почему-то так повелось, что сегодня считается, что чем более пышный стол, значит, больше выложено будет на столе всего, тем это, значит, зачтет больше и умершему. И на свадьбе это считается, если человек наестся хорошо, если ему будет плохо, напьется, то это значит, Бог его принял. Блин, ну так это же все как бы стараются... как бы свадьбы делать, там, и похороны, ну, похороны, не знаю, но свадьбы делать максимально роскошными, я не знаю. Я думаю, что в той же Чечне, или там, в Ингушетии, или в других республиках, как-то тоже не скупятся родственники, там, чтобы все было дорого-богато. Ну, стараются, по крайней мере. Вот не хотелось повторяться, значит, но ситуация следующая. С 2007 по 2017 год количество выпиваемого алкоголя в Российской Федерации на человека снизилось с 18 литров до 10. И продолжительность жизни увеличилась на 7 лет. Угу. Есть регионы, Тульская, Воронежская, которые пьют значительно меньше, чем на сети. Это уникальный факт. Мы на 12 месте по количеству выпиваемых. А как его считают? Мне просто даже интересно, почему? Потому что у нас, ну, ни для кого у нас не акцизная, да. У нас не акцизная, если считать, вот. То да. Вообще мы в середине этого. Мы тогда опережаем многие абсолютно. Ну, потому что у нас безакцизная. Я извиняюсь, перебью, смотрел количество водки, выпиваемое на душу населения по регионам. И Осетия там какое-то 88-е там место занимало, или 86-е. Я тебе про это как раз ты ближе. Да, то есть, 12-й снизу. В Осетии, я не знаю, только какой-то совсем странный человек, ну мягко его так скажем, да, покупает акцизную водку. Это вообще дурной тон. Или акцизную раку. Такое вообще не бывает, да, там? Да. И пиво какое-нибудь акцизное. Ну, то есть, как в Осетии возможно посчитать количество выпиваемого алкоголя объективно? Мне кажется, никак. Это абсолютно нереальные вещи. Поэтому... Ну, то есть, вы к тому говорите, что наши религиозные обряды превратились в банальное там употребление, точнее, злоупотребление всякими напитками, да? Значит, одурманивающий. Теперь вернемся к другим, более, как говорится, научным фактам. В мире сегодня очевидно, что квантовый переход идет. Да. Это что это такое? В 1933 году лауреатом Нобелевских премий стал Поль Дирак. Он ввел понятие квантовой физики, это
атом, антиатом, антиэлектрон. То есть там новая физика появилась. Сегодня мы сталкиваемся еще более конкретными вещами. Вот у Земли есть определенный ритм, биоритм, как вот пульс у человека. Ну, да, Шумановский частот. Да, Шумана. Это резонанс Шумана. И резонанс Шумана, он был 8 Гц, это 7,83. Сейчас он катастрофически нарастает. Нет, около 20. Это же позитивное как бы изменение. Это как сказать? Человек в состоянии покоя, его нервная система, объясняю, вот состояние покоя, головной мозг и вибрации, они равняются от 8 до 16, когда он в состоянии покоя. Когда человек начинает о чем-то рассуждать, говорить, то там 22. А эмоциональное напряжение, когда он входит в состояние вот, очень серьезного просветления, как говорят, это за 40 выскакивает. Так я к чему это рассказываю? Вот во всякой молитве квантовые вот уже расчеты такие велись. Вот слово «Христос» имеет плюс 18 энергетику, такую вот такую силу положить. Вот каждая буква, цифра имеет определенный энергетический потенциал. Вот к слову, осетинская «Ворайда» — это никто нигде не определял, но я уверенно это знаю. «Ворайда» — это призыв к этому. «ОРР» — они имеют очень большую, высокую энергетику. Как «ОММЕН». Самое удивительное, что вот когда человека ущипнешь, и больно человеку, он кричит «Вау! Вау!» Вот это «Вау!» – это вибрации. Тот же азан, который… Это вибрации, которые запускаются в обществе. Исламский азан, да? Какая разница? Это исламский, да. Дело в том, что вначале было слово. Ну, это как сказать? В каком переводе? А ты, боже мой. В греческом вот написано «Вначале был логос». Да, вот самое… А в китайском «Вначале было дао». А вот шаманы… которые в Сибири, они вот благодаря крику, вот этому шуму, тоже какие-то вибрации и проникают. Это. То же самое, очень трудно представить, что вот папуасы, есть племена, которые в пустыне живут, не обязательно папуасы, а аборигены. Если долго дождя нет, у них есть какие-то ритуалы, они начинают кричать, свистеть, петь, и дождь начинает исправно идти. То есть, вы знаете, вся вот эта религия, ритуалы, молитва, они имеют физическую большую основу. Я считаю, что… И когда за нашими столами большой стол накрытый, старший что-то говорит, от души говорит, и эти вибрации какие-то идут, то 90% большого застолья, никто, каждый занят своим делом. И даже «Омен» не говорят. А вот это «Ом» тоже вокруг человеческого тела, вокруг головного мозга создает вибрации. Не, ну то есть я понимаю, к чему клоните, Володь, что получается, что у нас эти обряды, да, выродились просто в какие-то некие обычаи, которые потеряли форму без содержания, как философия это говорила. Да. Вот это форма очень интересно, да. Содержание уже не осталось. Содержание не осталось. Вы знаете, самое… А как нам вернуть содержание-то? Самое интересное, вот я над очень многими вещами думаю. Вот даже есть Цавакак, да? Традиция. Да. В 3 годика ребенка форматируют. То ли он мальчик будет, то ли девочка. И это очень важно. Вот чакры — это восточная, очень интересная восточная культура, восточная вот такая религия. Так вот, чакры, первый год, поскольку я, ребенок не созвонки живет. Второй год — я желаю. Третий год — я сам. Вот на фоне «я сам» у нее четвертый год включается энергетика солнца, вот сердце — это позитив, это вот эта энергетика объятия, радости. И вот он должен войти туда мальчиком. Ну, если он мальчик. Если он мальчик. Да, если его одевают черкеску, мальчиком. А если ты в него оденешь платье, то значительный процент может уйти. Как делают в некоторых детских садах, да, всякие карнавалы, мальчиков, девочек переодевают. Вот, понимаете, и эти все вещи имеют принцип. Дальше идет «я выражаю», чакра это включается. Следующая чакра — это чакра осознания своего тела. Он уже начинает понимать, кто он. Седьмой год уже включается седьмая чакра, а в ней, значит, как одна мать говорит, ребенок подошел ко мне и спрашивает: «Мама, а сколько я стою?» То есть социальная значимость самого ребенка. То есть эти вещи. Дальше идет вот эта же верхняя чакра работает, он начинает созревать в 7-8 лет.
и начинает дальше опускаться вниз, и в 11 лет опять чакра сердца включается. Дальше идет до конца, и 13 лет это я сам, 14, я желаю, 14-15 это у нее на волне вызревания гормонального, у нее начинаются вот эти процессы. И насколько он будет воспитан, настолько это все происходит. То есть он насколько социально будет значим, активен. Хочу очень интересную мысль сказать, которую всем педагогам следует запомнить и всем родителям. Скандинавские страны в категорической форме у детей до 6 лет, вот детей, родители приглашают, их начинают им циклы психологических мероприятий, начитывают лекции и проводят занятия для того, чтобы ребенок в это сумасшедшее время, когда информационный беспредел идет, чтобы не ушли туда совершенно. И чтобы ребенок был привязан к родителям, чтобы он вот этот контакт святой, теплый, энергетический, он не утратил. То есть это очень важно. И в 4 годика, ну и дальше он нарастать будет. И с 4 до 6 он может задать ребенок 450 вопросов. Ну да, да. И это очень важно. Самое интересное, что человеческий мозг в течение суток, у вас наверняка побольше, 60-70, у меня 50 тысяч мыслей может возникнуть. И никак, минимум несколько десятков тоже тысяч, 30-40. То есть человеческий мозг располагает необычайно большим потенциалом вот такого мыслительной деятельности. Причем эти мысли в разброд. Если не выстроить структуру в контексте какой-то религии, понимание этикета, то мы получим непонятное наследство. А предстоящее время, то есть это все нужно делать. В одном из своих давних материалов я говорил, вот ребенок, он на сети. Если ему мама Ямад, я бабу, а ты куна кабушка, ну и вот 4-5 лет, мы куна живой. Мы куна масал, ты ждал пирова, жени командарацина. И шадахат ты автенку живой. Вот услышал он, и он взят на фешевсен. Если 100 раз хотя бы услышит, это просто как ключик, который открывает сознание. Сердце и сознание. Нет, религия у нас больше от сердца, чем от сознания. Ну, конечно. Власть астинская. Но если ею грамотно пользоваться, религия реально такой должна быть. Так вот, вот это. Потом очень важно ребенку дать понять о иерархии семейной. То есть, если ребенок забежал дома, 5-6 лет начинает, то ему нужно сказать лапу, а дафедбнату, асабнатму, акубат. И у него уже в этом возрасте будет формироваться понимание старшего младшего. Он на всю жизнь запомнит. Мы пришли в училище, в академию поступали, и вошел начальник. Мы офицер постарше. Мы сразу встали, уступили. Удивительно, но вот этот рефлекс очень многим дал дорогу в жизнь еще в те времена. Сейчас это вот как-то не очень, понимаете. Так вот, эти все вещи, они чрезвычайно важны. Почему я религии, мы, вот, я даже вопрос, на вопрос отвечаю, развиваю свою мысль. В 1670 году умер Ян Каменский. Это отец педагогики. Угу. Самое удивительное, что три базовые позиции. Первая базовая позиция – это благочестие. Это базовая позиция благочестия определяет, что ребенку объясняет, мой дорогой, Бог тебя всегда видит, где бы ты ни был, веди себя достойно. Вторая – это правила приличия. Этикет. Авдал. Да, как правило поведения, этикет авдал. И третье – это образование. То есть до 6 лет материнская школа, у него книга была «Великая дидактика», и там большой раздел материнской школы. Чему до 6 лет нужно научить ребенка? Эти вещи, они должны сейчас входить... Сейчас же этого никто не делает. Ну где сейчас это делают? Я не знаю, что это делают. Нет, дают ему вот так смартфон. Развлекают, Вася, конечно. Да, играй. И он уходит с этим смартфоном, уходит и уже больше не возвращается. Потому что там он найдет любой ответ. И причем значительно успешнее, чем отец и мать может разобраться с, конечно, этим, с аппаратурой. Но в какой-то момент эти смартфоны у них у всех заберут. Сегодня
мир стремительно. Сегодня считается, что христиан на Земле около 2 миллиардов. И, значит, мусульман 1 миллиард 600. Индуизм, там, джанаизм, там, их около тоже 1,5 миллиарда, тоже значительное количество. Иудаизм, потом и разные течения. Стремительно будет расти, конечно, ислам. Мы это все знаем. Уже растет. Уже растет. Есть предположение, что к 50-му году их будет больше. Они станут большинством. Но к чему речь? Вот у нашей традиционной верования там очень много было недавно, в канун Джоргуба было мероприятие. Я настойчиво просил слова, но мне не дали. Все это уходило в контекст. Когда форум традиционных религий был, да, я напоминаю? Да, да, форум, да, традиционных религий, который проходил в Владикавказе. И в контекст ушли верования. Это вот рассказывает о том, что и как нужно делать. А самое главное, запомните, пироги вертеть нельзя. Вот это самое главное. И еще молиться водкой, нет, пивом только Дарьял или Бавария можно. Вот еще тоже еще один ключевой вопрос, который вот стоит дидактически, очень важно. Каким пивом нужно молиться, Дарьялом или Баварией? И пироги вертеть нельзя, да? Вот на таком уровне обычно идет обсуждение традиционной религии. Самое важное, я шучу, конечно, но вот оно похоже. Самое важное, что в том-то и дело, что 1000 раз каждый из тех, которые в прежние времена готовились за столью, они очень четко соблюдали этикет. Пироги, когда пеклись, то очень конкретно пекла женщина, она даже не разговаривала, не имела права говорить. Так же, как кушат, которые делали, тоже не должны были разговаривать. То есть это все такие, такого плана... Да я понимаю, ну сейчас же покупают, делают. Не будем никакой магазин рекламировать. Но мы рядом с таким магазином находимся, где обычно покупают пироги на все эти мероприятия. Но вот я к чему это, вот эту шутку пошутил я, да? К тому, что у нас форма победила содержание. То есть никто не понимает, что делают, зачем это делают. Главное, вот, пироги вертеть нельзя. А как вот детей воспитывать, подрастающее поколение там или еще что-то. Это не важно. Главное, пироги не вертеть. Понимаешь? Вот, вот до чего докатилось. Это надо исправлять. В развитии той темы, о которой я говорил, по Яну Амосу Каменского, да, сегодня одна из самых сильных это протестантских религий. Аскезы протестантской религии очень конкретные. Так же, как, кстати, в исламе. Они везде. Они очень жестко, конкретно определяют вот границы этикета, порядка людей. У нас же нет. У нас чем больше ты схватил, тем ты успешней. И это все как раз в разрушении всякой религии. А в чем вообще корень этого зла? На мой взгляд, корень заключен... Меня когда спрашивают, а в чем самая главная проблема? Вот это же нардское общество, оно же из трех частей состояло, да? Эти аллагата жрецы, акшартагата воины и бурата, как бы, да, те, кто создает материальные блага. Вот этих аллагатов в нашем обществе на сегодняшний день нет. Кто бы мне что ни говорил, как бы мне что ни доказывал, их нет. Нет, они, может, где-то есть, но они к власти никакого отношения не имеют, они ни влияния на умы не имеют, да? То есть... Это же протестантская этика, да, там, не знаю, там, иудейская этика, там везде все это строго. Есть пасторы эти протестантские, есть иудейские раввины или там каббалисты, хасиды, неважно, в разных традициях по-разному. Но там всегда есть вот эти вот жрецы, которые, как ты говоришь, блюдят эту этику, эту нравственность, да. У нас вот этого нет, и в этом самая большая беда. Много года 2-3 назад, когда еще мы в книжном магазине тогда встречались, вы как раз об этом говорили. Когда эти брахманы, вайши, да, кшатри, вайши, эта структура, она не жила себя. Она реально сегодня очень Она везде существует, даже в Европе. Вот, ну, я вам пример могу привести, она везде существует до сих пор. Даже учебные заведения не по этим трем штукам устроены. Я в последней своей статье очень интересную тему затронул. Если вы помните, в Индии, значит, сикхи. Это сикхи, да. Сикхи, которые взяли и очень конкретно, они обрабатывают все свои земельные участки. Это реально земледельцы. Но отличается исключительной порядочностью и честностью. И это как раз-то им позволило. Вот сегодня показали премьер-министра Канады, а рядом с ним сикх стоял министр обороны. Сикхи, они воины в первую очередь. Они воины, но абсолютно... толерантны с любой религией. Конечно, но у них абсолютная порядочность, и они
не террористы. Вот эти сикхи, это очень интересное явление, как бы в Индии. Они не больше всего похожи на казаков. Вот эти воины-пахари. То есть они с одной стороны землю обрабатывают, с другой стороны, не все поголовно являются воинами. Вот вы видели, это в этих чалмах-то ходят, там они основная кадровая база там офицерского состава в армии Индии. Их всего 2% от индийского населения. 20% офицерского состава. Да, и один из предпоследних вот, премьер-министров Индии был тоже сикх. То есть это очень-очень, потому что сегодня огромнейший дефицит на порядочных людей и в обществе. А с нарастающим вот сейчас проблемой трудоустройства населения, если человек непорядочный, если человек не имеет склонности к труду реальной, если он человек просто дармоед, то вот это идея, но он... Согласен. Вот я просто извиняюсь, что я перебиваю. Я извиняюсь, конечно. Но вот когда все эти разговоры в это уходят, в это русло, мне всегда хочется вспомнить, что этих людей, они живут по американскому принципу. Доброе слово и кольт может больше, чем просто доброе слово. Сикхи, понимаешь, у них порядочность поддерживается не тем, что ты хороший парень, тебя хорошо воспитали и вовремя там давали конфеты, когда себя хорошо ведешь. Там, если что-то не так, сабля в рука, голова с плеч долой. Ну, в принципе, так это и есть. Да, это то же самое происходит в иудейском каком-то сообществе и везде. Везде так. То есть есть определенные структуры, которые за этими моральными принципами и следят. Шариатские суды, там, ну, я не знаю, то есть в любой конфессии, там, значит, в этом течении, они есть и структуры. То есть у нас в обществе этого нет. У нас от религии осталось что? Застолье? Кто как, что попало, что делают, люди сами не понимают. Съесть много и как бы, да. 16 декабря 2018 года. А вот про эти структуры никто не говорит. 16 декабря 2018 года круглый стол проводили мы с Народным фронтом. И, значит, и были приглашены представители Штернхаша, и, значит, конфессий разных, и работники культуры, образования. И достаточно солидный круг собрался. И однозначно поднял вопрос и выступил Хаджи, значит, Гацалов. Он сказал, без жесткой конструкции порицания ничего не выстраивается. А у нас, значит, все это пущено на самотек. У нас, видите, как получается, 3-4 старших, даже если они Бога с неба просят, и они величайшие люди на земле, значит, они реально чистые, святые, то все равно все застолье, никто даже омен не говорит, о чем я говорил. То есть каждая фраза чего-то, энергетику какую-то несет. То есть у нас все на еде, а вместе с тем за последние 30 лет никто от голода из Осетии не умер, от голода и от тяжелого физического труда. А как раз в этом наша беда. И пока мы, я возвращаюсь, действительно это вот как бы фраза такая, пока мы свои собственные земельные участки не будем обрабатывать, вот лицемерие, которое трансформировано в плохую пищу, оно нас будет убивать. Оно нас будет. Даже элементарно хлеб, который пекут, как минимум 3-5 ингредиентов есть, которые очень вредны для здоровья. Я отвечаю за эти вещи. И мы должны понять, что у нас наше спасение в том, что мы должны начать не натуральное хозяйство, а вернуться к тому минимуму, что у нас есть возможности в селах. И вот соседние республики, кстати, от 30 января 2015 года президентом Российской Федерации был сделан указ о запрещении выращивания генно-модифицированных овощей и фруктов на территории. И в Чечне в категорической форме Рамзан Кадыров запретил вот это помидоры и все прочее, овощи, фрукты. А мы выставляем на столы. А апеллируют к Рамзану Кадырову. Ну, ты понимаешь, когда вспоминают уже вот Рамзан Кадыров очень много что делает правильно, безусловно. Но у Рамзана Кадырова есть силовой ресурс. Понимаете, когда Рамзан Кадыров что-то тихо сказал и его плохо услышали, туда приезжают другие ребята, которые объясняют более внятно это все дело. То есть там иерархия вот это выстроена. То есть есть какая-то жреческая часть, вот эти суфии, да, кто мне что не говорил. Есть эти Ахшартагата, эти воины есть, которые там все повсеместно мы можем увидеть, да, там в интернете везде. Они есть по факту, да, это довольно такое военизированное общество. И есть как бы вся остальная масса населения, которую это все вот держит, в общем, так сказать, ключей и ведет к некой определенной цели. То есть общество есть, у нас общество цели нету даже. Вот это, общество даже нет цели. Мне очень нравится, что вот так красиво резюмируете эту мысль, что действительно без конкретного силового, конкретного участия вот выстроить остов заново не удастся. Потому что остов духовный. Да, зачем вот этот религиозный, все это размыто,
Каждый начинает. Это на 7 частей или на 8 делить пирог. Да. А в этом принципиальной разницы нет. Я уверенно могу сказать, что в Дегорском ущелье, где делят на 7, детей не рождается, что семьи разваливаются после того 7. От Володя, этого семья крепче не становится. Я присутствовал при дискуссии, когда вот на серьезных щах, я извиняюсь, да, люди спорили до драки, а можно ли молиться Сахараджином или только Улибахом? И можно ли вертеть пироги либо вправо, либо это до драки, это здоровые мужики. Я сижу, это все смогу сейчас, что мы типа религию обсуждаем, а вот как бы Сахараджина можно молиться или только вот можно Улибахом молиться. Я понимаешь? Как раз про то и говорю, что каждое слово есть. В 1988 году человеком года науки Соединенные Штаты признали Георгия Ивановича Шипова. А знаете за что? За то, что он сказал, что значит, торсионные волны до него были открыты. Написана теория торсионных волн. Кстати, это уникально. Это вот слова, вибрации от слова. Это вот торсионными волнами передается. Причем очень быстро. И вот сегодня современные возможности позволяют значительно ускорить вот эти торсионные волны. Кстати, и мышление тоже дает вот эти торсионные волны. То есть это особая новая... Это новая физика. Новая физика. Да, новая вот о чем физика, мы говорим. Которая родит новую философию. Так вот, он очень четко сказал. Кстати, он ссылается на Библию тоже. Иисус Христос так говорил, что человека честного, чистого, между человеком честным и чистым и Богом посредников не надо. Если он взмолился, помолил, попросил Бога о чем-то искренне от души, причем энергетически он чистый, то эта мысль уходит, и ему реальная поддержка. А у нас каждый второй молитвенник. Володя, вы же, о чем вы говорите? Начинает... Корпорация РПЦ таких людей рухнет, вы что? Да, РПЦ это пустая корпорация. Боже, меня прости. Когда человек занимается параллельно бизнесом, он уже явно... Человек должен быть свободен от этих мыслей. Только тогда. Потому что вот этот квантовый переход, о котором квантовая физика, предполагает очень много. Те, которые загружены вот этой грубой энергией, алчностью, жадностью, это все, кстати, расписано в самых мудрых книгах. Они просто как мухи начинают. Так может подождем, они может сами умрут и все. Нет, ну нам как нужно... те мудрые китайцы, будем долго ждать на берегу реки, мимо нас проплывет труп наших врагов, да. Конфуций, да. Но ситуация, нам нужно просто позаботиться о подрастающем поколении. Сегодня их мозги не должны быть затуманены алчностью, они должны взяться. Я прихожу и спрашиваю, лекции читаю. Последний раз в Нагире. И спрашиваю, в Нагире, село большое, скажите, кто, у кого огороды обрабатываются? Только треть подняла руки. Из 150 человек, не меньше там было, у школьников. Там по антитеррору, наркомании было мероприятие, и я там имел возможность задать вопросы. Мы как раз должны озадачить молодежь тем, что если вот ты сам не посадишь и не увидишь... Кстати, современником Будды был Пифагор. И у Пифагора есть золотые правила жизни, уникальные. И он говорит, земледелие является первым из богопочитания. А я уже пробовал и несколько лет сажаю, занимался этим. И когда ты посадил дерево, то ты приходишь и имеешь какой-то контакт с небесами о том, чтобы на этом дереве выросли цветочки и появились плоды. То есть это... Особая уникальная форма общения с небом. Ну как нам эти вернуть новые, точнее новые старые, хорошо забытые формы. Кстати, я должен удивительную мысль сказать, это поддержку главы. Я одной из первых, я с ним ездил несколько раз. Глава говорит, только начнут обрабатывать сельские земли. Просто если изъявят желание, я и малой техникой обеспечу, только чтобы сельскохозяйственной техникой, только чтобы обрабатывали свои земельные участки. Точно так же он говорит, у меня, кстати, троюродный брат занимается тоже, сделал помидоры сажает, вот теплицу хорошую. И, кстати, везде, где теплица, они, если без химии, то это помидоры совершенно, круглый год можно выращивать. И он говорит, я окажу поддержку, только подойдите, каждого конкретно вызывал в селах. В трех селах я с ним был, в трех-четырех даже. И он приглашал, кому нужно, вы подойдите, я вам окажу поддержку. Обычно говорят много, а подходит крайне мало. И инкубаторы. То есть, если
мы сами не займемся, то вот то, что нам привозят, это как раз из той темы. Людей должно быть поменьше. И вот это Я помню вот вот этому всему разговору, когда-то много лет назад, уже я не помню, сколько лет, 5-7, наверное, назад было, читаю такую новость в интернете. Кадыров запретил в селах продавать хлеб. Он, короче, запретил продавать хлеб и сказал, чтобы раздавали муку им, то есть сельским жителям, да, он сколько-то там на каждый двор, не знаю, там мешок выдавал, и запретил продавать хлеб. Примерно то же самое сделал Каримов, покойный, в Узбекистане в свое время. Он так вот в обязаловку раздал коров всем сельским жителям, чтобы каждому по корове. Вот они там выдали, программа у них такая была государственная. Расскажу вам про хлеб. Это очень важно. Вот сейчас мы кофе пьем, и я не могу на это не обратить внимания. Ситуация очень интересная. То есть это все делается как бы добровольно-принудительно, понимаешь? То есть оно как бы... Да, это все правильно. Любая... По-хорошему вот так вот... Мало получается. Не получится. Сейчас больше в Инстаграме. Все села сидят в Инстаграмах, понимаешь? Там 40-50 лет, если женщина не может приготовить наши традиционные пироги, а берет откуда-то, с каким сердцем печет пироги... А пиво должны делать тоже дома. И пиво имеет осетинское, и витаминный состав совершенно уникальный. И другую энергетику. Но другие напитки алкогольные, они разрушают здоровье. Это однозначная вещь. Так мы начали насчет хлеба. Призываю в который раз. Дело в том, что из дешевого зерна, когда дешевое зерно, если технологию хранения нарушили, то если там появилась плесень, а потом ее перемололи, эта плесень дает афлатоксин. Афлатоксин является ядом печени очень серьезно. И мы, когда начинаем пироги из этого печи, хлеба, то мы наталкиваемся на ситуацию крайне опасную. Он водки не пил, откуда у него цирроз? Вот эти плесень, которая есть на злаковых, на муке, на всем прочем, она вызывает цирроз и онкологию. Кстати, и об этом нужно сказать. Нашим явным сторонникам того, что вот кушать так шкалем, говядина, все прочее. Американские ученые абсолютно точно доказали, что за последние 20 лет от необработанного красного говяжьего мяса в 4 раза вырос рак толстой кишки. Что значит необработанного? Ну, мы же его не сырое едим, варим. Есть, кстати, насчет того. Мясо считается в Европе, вообще по всем канонам, до 12 часов свежим, когда его. А после 20 часов, 4 часов, оно должно уйти на консервирование. Это вообще закон европейский. Но осетинский и кавказский – это совершенно другая тема. Мы совершенно в другой плоскости, в другой исчислении, другой парадигме живем. В другой реальности. В другой реальности, да. Поэтому это тоже очень важно. Рыба и все прочее. И на это переходить нужно. Про баранину ничего не говорит. Про курятину ничего не говорит. Хотя там курятина вызревает очень молниеносно за счет того, что... Это ксенохимия такая курятина. Поэтому нам нужно понять, что чем более лаконичный, аскетичный будет стол, тем больше человек живет. Долгожителями в Европе, в мире являются племя Хунза. Они впроголодь живут. Не то, что как Остин говорит. Ахор магай сама жма бахаром авто. И начинает толстеть. И потом раз и превращается уже в ничто. Доказано, что мясоеды, это тоже факт открытый, в 3 раза чаще умирают от онкологии. В 3 раза чаще. То есть нам нужно понять, что наши пищевые пристрастия замешаны на вот этой нашей ритуальной части, которую мы считаем традиционным верованием, их нужно очень внимательно изучать. Я неоднократно пишу, они должны быть подвержены ревизии. А что делать-то хорошо? Вот делать что? Вот мы это поняли, осознали проблему. В принципе, наверное, все осознают в республике так или иначе. А делать что? Вот конкретные пути выхода, хотя бы, не знаю, там 3 предложения каких-то конкретных в данном аспекте. Понимаете, поменять людям мировоззрение, по-хорошему, у нас же у каждого свое мнение. Навязать кому-то в Осетии свое мнение, это практически нереальная вещь. То есть, там, не знаю, в той же Чеченской республике это делается как добрым словом и кольтом. Здесь это как может быть? Вот так увещеваниями в интернете, но мы сейчас это поговорили, кто-то посмотрел, голову закивал. Без обид, я вас прерываю, я извиняюсь, да. Ситуация такая, что наши сегодня активно хотят ввести одной из статей Конституции Республики понятие «отдал».
Ну да. Привес к этому, в добавлении к этому, сейчас придумали книгу «Кодекс чести осетина, гражданин Осетии», в которой около 90 позиций. Как я когда-то говорил, что для солдата срочной службы 74 всего позиции, а, и то 24 часа он должен стоять по стойке смирно, а там 90. Опять акцентирую свое внимание. Воспитание девочки – это воспитание нации. Потому что ребенок зарождается в чреве матери, женщины, и первое образование, воспитание, какие-то наклонности, я извиняюсь, биоэнергетика, ритмика закладывается у ребенка в животе. И он это, кстати, по восточной этике, в первые три месяца, в триместре, формируется его, значит, его понимание, его перспектива жизни. Это уникальные вещи. То есть он рождается уже со своей легендой жизни. Почему осетины делают как с первый год, и ребенку раскладывают вещи, игрушки и все прочее. Потому что это он уже имеет информацию о своих перспективах. Лет 40-50 назад была книга, в которой написано, был журнал, который «Разлученные в раннем детстве однояйцевые близнецы». Угу. И они практически, вот, несмотря на разный социальный уровень, экономический их, они даже детей одинаково называли. Совершенно без зубов, но по 7 безделушек у одной и у второй женщины. Мужчина один в Испании, а другой в Греции с года воспитывался. Совершенно одинаковые тоже у них наклонности, привычки. Ну да, то есть это каждый человек рождается со своей легендой. И воспитывая, есть и другая пословица, если хочешь воспитать человека, начни с ее бабушки. У нас бабушек нет, у нас семьи оказались в крайне сложном положении. Ну хорошо, делать что, но бабушек уже нет. В обществе уже такое, какое оно есть. Вот исходя из того, что уже есть. Надо... Просто чтобы уже надо, завершение. Да, вот надо, конкретные предложения. Нам всегда говорят, вы критикуете, знаешь, как говорил товарищ Сталин, да, критикую, предлагаю, предлагаю, делаю. Я делаю, отвечаю. Я активно занимаюсь, лекции читаю. И сегодня нужно переформатировать сознание нашей молодежи. Вот. А как это сделать? Надо читать лекции, надо и с ними общаться очень конкретно, причем отвечая на их вопросы. Вот когда они дискутируют, мне это самое приятное. Когда они задают вопросы, значит, он живо хочет войти в тему. А когда он совершенно относится безразлично к моим вопросам, к моей беседе, я начинаю отмечать тех, и как-то завязывается беседа. Вот этот лекционный вариант, который некоторые наши старшие приходят и начинают, как поп, начинает читать эту свою псалму, псалмы, монотонно и все прочее, это никогда не пойдет. То есть нужно выводить вот детей по весне на поля, объяснять, что ситуация такая, у нас со здоровьем проблемы, нужно восстанавливать, спасать народ, и это через ваши шаги. То есть это нужно работать с молодежью. Как я сказал, с родителями обязательно. Нужно родителей, вот я в детских садах родителей привлекать, вот я рассчитываю на то, что мне в этом помогут. Привлекать родителей и с ними беседы проводить. И с родителями, чтобы семьи были все-таки более прочные. Когда ребенок родился, хотя бы чтобы разъяснения какие-то были, что перспектива семьи, она и ребенка зависит от их взаимопонимания. А вот такие лозунги какие, вот ты должен понять, это вот сейчас в этом, это все пустые лозунги. То есть нужна конкретика. Потом мы намерены все-таки, я беседовал с руководством республики, институт семьи у нас очень слабый, и нужно институт семьи укрепить. А укрепляя институт семьи, мы в какой-то мере будем формировать их адекватное отношение, правильное отношение к современным вещам. Идет квантовый переход, да? Но нужно и будет синтетическая религия. Сейчас новые религии будут совершенно другого толка. Они, все религии начинают, вот как социальные страты, они начинают двигаться между собой. То есть эти вещи тоже будут очень интересно меняться. Это такая перспектива, безусловно, есть. И вот сейчас, вот сегодняшние политические ситуации, они очень многом заставят задуматься. Потому что ситуация крайне осложняется. Занятость будет снижаться, и наши земельные участки в какой-то степени будут методом решения каких-то больших
и малых проблем народа. Потому что нужно приучать ребенка работать на собственном земельном участке. В последней беседе с главой, кстати, республики, он сказал, да, у нас были в школе занятия, домоводство, сельское хозяйство, это огороды и все прочее. От этого нельзя уйти, нам не позволит это сделать время, потому что любая пища с магазина и молитва с этой пищей, это все равно, что самоубийство. Чем больше ты это съешь, тем хуже. Тысячу извинений за то, что такая беседа получилась сумбурная, но сказано, хотелось сказать больше, но у нас не выстроено. Как говорится, перспективы светлые, путь извилист. Ну как, эта тема-то сложная, ее все пытаются поднять и как-то высказывать свою точку зрения. Но вот как-то ты, Володя, говоришь, там лекции, там увещевать, рассказывать. Ну, надеюсь, что-то из этого получится. На мой взгляд, из этого, ну, как бы мало вот, чего получится. Вот Гумилёва очень интересная мысль, я ее все-таки специально вычитаю. Да. Этнос – это естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система со своей структурой саморазвития, жизнеобеспечения и комплементарного мировоззрения. О чем я хочу сказать, если наши традиции не будут соответствовать здоровому обществу, здоровому социальному развитию, здоровой семье, не будут укреплять семью, то наша этнокультура, она обрекает народ, и наши традиционные верования, это идут совершенно в другую сторону. Так я понимаю, но кто это должен делать, определять, понимаешь, где это жреческое сословие, которое должно, во-первых, люди эти вещи понимающие. Потому что если человек, там, не знаю, всю жизнь занимался какими-то другими вещами, а тут вот, ну как бы, я извиняюсь, конечно, там на старости лет ему просто скучно, и вот он решил теперь других жизней учить, но сам особо ничего не понимает. Абсолютное большинство. Не отличая Гоголя от Гегеля. Вот такие слова, вот, как сейчас ты произнес, там половину слов даже, наверное, не поймут, что это значит. Абсолютное большинство наших старших, которые, они опираются на то, что от моего деда так пришло. А дед умер в 64 года, не пережил, не дожил до 100 лет. И умер от обычного цирроза, от того, что он крепко пил и хорошо ел. То есть это в данном случае ситуация такого плана. Нужно еще раз опуститься в науку, понять, что происходит. Но кто это должен делать руками, понимаешь? Кто это должен делать? Я приглашал Штернахаш, там было человек 35-40, приглашал на беседу, которую я научно выстроил. О многих вещах в конкретике был разговор. С великим уважением отношусь к Махару Бароеву. Он пришел, и еще пришли 2-3 человека. Абсолютное большинство уверены, что вот как они сказали, что дедушка должен ухо, пятку отрезать или чего-то раздать. Это совершенно... И пироги крутить нельзя. Эти все вещи совершенно не принципиальны. Потому что... Коран, даже Коран – это слово, высказывание. Это все вещи, они находятся в сфере чистоты души, тела, сознания и в сфере слова, вибрации слова. Вот мы говорили, что в организм человека нервно-гуморальный, а телесная вода около 200 гектар – это коллоидная масса. И телесная вода – это жидкий кристалл. И он от нашего беседы у тебя переформатируется, то есть меняет структуру. Если беседа хорошая, приятная тебе, то она одна. Если тебе сказал, ах ты, если ты хватаешь, не можешь накушаться, то тебе это другая позиция. То есть структура меняется в крови. Чем чище человек, тем свободнее человек, тем у него совершенно энергетика другая и телесная вода другая. А если человек... На амбициях завернут. Весь он изображает какого-то полководца, а при всем при этом над собой не работает. И когда он в этом состязании проигрывает, он себя убивает. Он не видит перспективу. То есть это все как, значит, японец такой очень мудрый человек, предприниматель, бизнесмен солидный был, 60 лет тяжело болел. И три принципа золотых правила его здорового образа жизни. Это первое. Первое – это позитивное мышление. Второе – за все благодарить. А третье – это, значит, не ворчать. И благодаря этому 100 лет он играет, за 100 лет уже играет в теннис большой и все прочее.
Вот такая у нас беседа. Да. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, я уверен, точнее, многие из вас прислушиваются к тому, что Владимир говорит. И я надеюсь, я еще как бы доживу до тех времен, когда в Осетии появятся эти аллагаты. Ну, по этим всем преданиям, по Нарскому эпосу, да, говорится, что рано или поздно аллагаты эти вернутся. И с этого начнется возрождение. Потому что без этого никак. Аллагаты — это жрецы, это голова, там, а все остальное — это мы сейчас всадники без головы. Эти процессы были не раз в этих обществах, даже возьмите Махабхарату, древнейший индийский эпос, там все это описано, это уже не раз там происходило. Эти жрецы деградировали, исчезали, их убивали, потом они опять появлялись, и опять начиналось некое возрождение. Цикличный процесс. Вот я надеюсь, мы сейчас находимся в начале этого цикла возрождения. Но пока не появится это жреческое сословие, то есть какая-то критическая масса людей, которые понимают те вещи, про которые говорит Владимир, и которым самое главное начнут прислушиваться общество, да? Потому что в противном случае это глаз вопиющего в пустыне, к сожалению. Но я почему-то верю в то, что мы доживем до этого светлого момента. Спасибо большое. Время принципиально меняется. Если человек разумный был, то сейчас человек должен быть осознанным. Потому что без этого, из этой крайне сложной ситуации, которая у нас сложилась сегодня, мы просто не выйдем. А нам нужно спастись. Мы должны подумать о будущем поколении и дать им правильные пути, правильное мировоззрение и правильную религию. С уважением и с благодарностью. Большое спасибо.